Сейчас я уже вижу, музыка накладывается. Ребятушки, привет! Сегодня мы едем в Поджу Бустоне на гору Монте-Розатто. Монте или Монте? Паскиле Розато. Розато. Илья сегодня летает, мы снимаем. Гуляем по красивым ландшафтам. Все это вы сегодня увидите в видео, поэтому не переключайте, оставайтесь с нами. Вчера на летное поле чувак говорит, на лошади приехал. Расскажи, пожалуйста, как ты вчера полетал? Конечно, не самостоятельно. Меня зацепили за моторизированную лебедку. Создали встречный поток ветра, за счет которого подняли меня в воздух. Но это был только один раз, и то с третьей попытки. При первой попытке при взлете я упал. Второй раз не сработала лебедка. Ну а третий раз я поднялся в воздух где-то на 5 метров и пролетел порядка 300. Сколько занял твой полет? Ну, секунд 30-40, может быть. Это был достаточно короткий полет. Первое ощущение в полете. Я даже мягко приземлился и, в общем-то, все сделал правильно. У меня была рация. С помощью рации инструктор, находящийся в другом конце поля, где-то на расстоянии 300 метров, давал мне подсказки, когда я находился в воздухе. То есть он меня немножко корректировал, говорит, повернуть вправо, влево. А в остальном большую часть времени я потратил на то, чтобы еще раз вспомнить, как обращаться со страховочной системой, как разворачивать крыло, как соединить это все вместе. Ну а потом также надувать крыло и имитировать взлет. Вчера, первую часть дня, когда не было летной погоды, инструктор был наверху с учениками, которые уже более продвинутые, летают сверху. Я читал книжку, наблюдал за приземлениями. Брависсимо! Потом... Ну, книжку по параплану, конечно. Ну, разумеется. Че мама не ста тирандо! Вот мы и приехали, друзья, в Поджу Бустоне на полигон, где приземляются с парапланом. С вершины горы ребята спрыгивают и приземляются здесь на поле. Faremo il circuito C, anche se è molto familiare. Perfetto. На полигон не только приземляются, но еще и делают специальные упражнения по подготовке к полетам. Вот там мы видим вот этот колпачок, который показывает нам направление ветра. И им Илья будет руководствоваться, когда будет выполнять свои упражнения. Летит еще один, и так продолжается весь день. Ребят, погода просто шикарная. Почему бы и не выбраться на погоду и не провести день в горах на свежем воздухе, правда? Мне все было интересно, из чего сделаны вот эти вот стропы. Это толстые. Такие вот маленькие, оказывается, веревочки, типа те, из которых браслеты плетутся. Только чуть порезистентнее. Вот они все такие разноцветные здесь, жесткие они такие. Это обычная, как для палатки. Вот той частью вперед летит парапланы, там есть вот такие углубления для того, чтобы, наверное, ловить воздушный поток, насколько я понимаю. Что теперь? У тебя прям здесь сиденье, да? Твердый стул. Почти хореографии лишь. Ребят, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Подписывайтесь на канал, если вам эта тема интересна, потому что мы собираемся ее продолжать. В следующем выпуске профессиональные полеты и приземления, тренировки на поле для новичков и варианты досуга для тех, кто приехал за компанию. Оставайтесь на канале и нажимайте колокольчик, чтобы мы оповестили вас лично о новом выпуске. Хочешь кислую апельсинку? Да. Кисло-кислая.